Анонс и точная дата выхода 12 серии турецкого сериала «Семья». 12 серия сериала выйдет в эфир 23 мая. Ранее в сериале мы увидели, как после внезапного приезда Ильяса Сайканам грозит большая опасность. Ильяс начинает расследовать причину внезапного исчезновения своего сына. Раскрытие истины – лишь вопрос времени. Аслан пытается защитить свою семью от Ильяса, стараясь при этом не превратиться в своего отца. Подозревая, что жена адвоката не умерла, Юлия принимает меры, чтобы раскрыть это дело с корнем. Девин приходит на помощь своей матери, которую отец выгнал из дома. Неша, ставшая бездомной, начинает жить на ферме некоторое время. Девин сводит счеты с отцом, играя в игру по правилам Сайкана. За семейным ужином Лейла рассказывает всей семье о своем решении развестись, что приводит к большой конфронтации. С другой стороны, Джихан, считающий, что ему нечего терять, узнает, что Эссель беременна. Вслед за стрелками подозрений в смерти сына, Ильяс наконец-то находит след. С другой стороны, Хюлия, чей контроль над семьей пошатнулся, преподает Девину великий урок. Аслан, узнавший о темных амбициях Ати на Джейлан, теперь потемнеет в глазах. Возьмет ли Аслана в плен дух Юсуфа Сайкана, от которого он бежал долгие годы? 12 серия сериала выйдет в эфир 23 мая. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.